В Ленске на улице Заозерная дети боятся выходить на улицу. Причина – гуляющие рядом с детской площадкой бродячие собаки. Они нападают не только на детей, среди потерпевших есть и взрослые. Все подробности у Дмитрия Вельчевского. В Ленске на детской площадке по улице Заозерная у дома 49Г уже несколько дней гуляют безнадзорные собаки. Они держат в страхе весь район, нападают на прохожих и кусают детей. Дочь только вышла из дома, проходит 10 минут, прибегает с толпой девчонок. Они ее отбивали, получается, от собаки. Прибегает, говорит, меня собака покусала. Ну и все, посмотрели, поехали в скорую, там все записали, засвидетель, ну как бы это засвидетельствовали. На любительском видео можно заметить, как стая собак свободно передвигается по двору. Во время этих прогулок уже пострадали 10 детей и один взрослый мужчина. Больше всех досталось Артуру Халикову. Собака набросилась на него, когда он гулял во дворе с младшей сестрой, и нанесла мальчику серьезные увечья. Он боится выходить на улицу, он спит очень плохо, у нас рваная рана уха и шеи, и он из-за этого дергается, он говорит, пока собаку не ликвидируют, я на улицу не выйду. То есть до школы остаются считанные дни, а ребенок не может даже погулять, он даже со мной боится выходить. По словам потерпевших, у нападавших собак есть хозяин. Он проживает в деревянном доме рядом с площадкой. Наша съемочная группа решила встретиться с этим человеком, чтобы прояснить, действительно ли он является владельцем собак. Но по данному адресу дверь никто не открыл. Ситуация в районе остается крайне опасная. Потерпевшие уже обратились за помощью в полицию и городским властям. Но никаких решительных мер по борьбе с бродячими собаками пока не принято. Дети до сих пор боятся выходить на улицу. А ведь впереди начало учебного года. Дмитрий Вельчевский, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».